Здравствуйте, уважаемые подписчики, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайк, нажмите красную кнопку подписаться, я буду очень рад, я буду даже счастливым. Как вы знаете, в Инстаграме вышел Reels, это как аналог TikTok, да. Вот она здесь. Коротко и ясно, добавляйте уникальное видео, разное, можно воровную, можно монтажерную, разное видео по своему усмотрению, добавляете в Reels, и постепенно вы добавляете подписчиков, то есть подписчики сами, как в ТикТоке, то есть ваш подписчик будет увеличиваться. Если будете упорно трудиться, работать, тогда в месяц можно от 1000, уже... Это уже от вас зависит, сколько можно подписчиков набрать. Выкладывайте видео по своему усмотрению. То, что вам нравится, то, что вам нужно. Например, я люблю котиков, собак, разных животных и футбол. Для меня очень эта тематика. Возможно, для вас еда. Возможно, для вас актеры голливудские, возможно, вам трейлеры нравится выкладывать. Но то, что вы любите смотреть, то и выкладываете. Просмотр будет набираться, но не надо сразу так работать, в лоб. Работайте медленно, в день один видео, потом три следующие, потом пять, потом шесть и обратно четыре. 7, 8, да, постепенно наращивайте, медленно, тихонько работайте, да, как трейдер, как график, вот так вот, по чуть-чуть. Любая социальная сеть не любит, когда приходит и сразу бац, то есть это что такое, сразу выкладывают по 50 видео, все, это уже теневой бан. Что такое теневой бан? Просто ваше видео не будет попадаться в рек. То есть никто будет смотреть выпуск, в холостую будете работать, все. И вы сразу сгорите. То есть, ну и нахрен скажет, это социальные сети, это все. Ну, лучше потихоньку работать. Даже у YouTube есть теневой бан. Я помню, сразу 11 видео выкладывал, и все, теневой бан. 0 просмотров. И уже по 4 года этим каналом. По-любому, 0 просмотров. Там 2-3 просмотра есть, но это я сам смотрел. Ну, это, например, что такое теневой бан. А это теневой им прошел именно от Инстаграма, да. Так, теперь рассмотрим. Открываете аккаунт. Желательно такое, что по тематике работает, например. Котики и животные. Котики, собаки, ну, типа такое, что, ну, лучше то, что вам нравится, лучше не выкладывать, во что вы не разбираете. Например, я не очень-то люблю машин, и я не хочу выкладывать про машины, ну, примерно так же. Так, придумали аккаунт. Второй. Откуда будем брать видео? Из YouTube, из TikTok. Лучше не берите от Instagram, потому что Instagram знает, берете, обратно выкладываете. Это все Instagram палит, как бы я сказал. Да, вот YouTube, TikTok, можно мой мир, одноклассники. Если будете монтажировать, вообще будет лучше. Возможно, придумывайте свои, например, уникальные видео. И подписчики оценят, и подписка будет очень хорошая. И может, возможно, взлетит один видео, и подписчики соответственно. Ни один блогер такой вам не скажет. Оцените мой труд. Подпишитесь на канал, ставьте лайк и работайте медленно, тихо, да, осторожно, как бы я сказал. Откройте 2-3 аккаунта и медленно наращивайте подписчиков. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайк.